Колледж сегодня готовит специалистов по всем актуальным для города специальностям. Директора колледжа, доктора педагогических наук, профессора Ашота Кагасяна поздравил с успешным прохождением государственной аккредитации заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Российской Федерации, президент Международного инновационного университета, академик Михаил Берулава. Это этап, очень важный этап. Государственную аккредитацию вы получили. Я надеюсь, что вы будете работать и академический колледж, также Международный инновационный университет, будете работать лучше. Почетные грамоты вручили всем педагогам, которые также внесли свой вклад в развитие учебного заведения. Сам же директор академического колледжа отмечает, что работа проделана немало. Комиссия проверяла все до мелочей. Работала большая комиссия на протяжении долгого времени. Работали наши коллеги с разных колледжей Краснодарского края, также с Министерства образования и науки Краснодарского края. Отметили хороший, отличный результат подготовки учебного заведения. В эти дни уже начинается набор на все специальности, а также в аспирантуру и магистратуру Международного инновационного университета, который уже подготовил для города, края, страны тысячи квалифицированных специалистов. В этом году все абитуриенты, закончившие школу на одни пятерки, будут учиться в МИУ бесплатно. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.